«Малые игры доброй воли» опять собрали участников со всей области. В Тамбове сегодня стартовали соревнования среди воспитанников детских домов и школ-интернатов. На открытии спартакиады побывала и наш корреспондент Алла Лавриненко. В прошлом году лучшими стали воспитанники Жердевской школы-интерната. Они представляли регион на всероссийских соревнованиях в Пскове. Эта поездка стала ярким событием в жизни ребят. Несмотря на желание снова подняться на высшую ступень пьедестала, жердевцы хотят подарить этот праздник другим. На эти соревнования мы приехали с надеждой, но мы даже если, наверное, мы даже не расстроимся, что мы если проиграем, потому что мы уже ездили. Можно дать дорогу другим. Судя по форме, за Маршанскую школу-интернат выступает целая команда нападающих из Манчестера Юнайтед. Непримиримый нрав Уэйна Руни доброжелательности по отношению к сопернику не уменьшил. Девиз больших игр «От дружбы в спорте к миру на земле» смело можно применить к малым. Не все желающие сюда попали, потому что для нас, для наших ребятишек, понимаете, выехать куда-то из школы-интерната или из детского дома, это для них большой праздник. Они уже надеются на встречу с знакомыми ребятишками из других школ-интернатов, других детских домов. В футболе лидером осталась Жердевка, обыграв в финале представителей Татанова. Следом идут за Воронежской и Маршанской школы-интернаты. Окончательно станет ясно, кто кого завтра, после соревнований по легкой атлетике и настольному теннису. Алла Лавриненко, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.